Исторический музей имени Ади Шарипова. Ученый, писатель, общественный деятель. Родился 19 декабря 1912 года в селе Мариновка Шадринского района Семипалатинской области. Ади Шарипов уехал в Семипалатинск, где поступил в школу и закончил ее с отличием. Затем он поступил в Казанский педагогический университет. Ади Шарипов смог связаться со советским командованием, которое приказало ему оставаться в тылу врага и организовать партизанский отряд. После освобождения Беларуси его направили в Казахстан, а там назначили заместителем министра. А потом министром просвещения Казахского СССР. В его сценарии была написана кинокартина «Лесная баллада», которая получила премию в кинофестивалях в городе Ташкент и городе Алматы. В 2022 году был снят фильм «Лето 1941 года». Библиотека Ади Шарипова. Здесь собрана только часть из его книг. Здесь есть как казахские писатели, так и мировые. Свои произведения и свои книги он печатал на этой пишущей машинке.